Своими проходами под кольцо Оксана Рахматуллина ставила в тупик многих именитых защитников, в том числе и на Олимпийских играх. На главном старте четырехлетия она участвовала дважды в 2004 и 2008 годах. Оба раза в составе сборной России становилась бронзовой призеркой. Сейчас своим гигантским опытом она делится с нижнекамскими баскетболистами. У них много информации новой, правда, на самом деле много. У них первый день, конечно, такой загруз был. Но сейчас уже на третий день они уже разбираются, они уже понимают наши требования. У нас и требования, так скажем, высокие. Даем сложные элементы, но чем ты раньше, чаще детям будешь давать сложные элементы, тем они быстрее их освоят. Сначала будет не получаться, потом будет получаться, а потом они уже это будут делать на чисто автомате. Вот это мы и добиваемся. Тренировочный лагерь в спортивной школе номер один будет работать в течение 7 дней. Вместе с Оксаной Рахматуллиной азами баскетбола с нашими ребятами делится и Наталья Меркулова. Она одна из немногих российских баскетболисток, кто поиграл на родине этого вида спорта в США. Наталья на сборах отвечает за общую физическую подготовку. Несмотря на то, что у них не совсем все получается, они хотят. То есть они слушают, они пытаются повторить, и они хотят стремиться именно к высокому баскетболу, где не бей-беги, а именно где надо думать, где четко с расстановками. То есть мне нравится, в принципе, на третий день я уже могу сказать, что у нас есть большие успехи. Участники тренировочного лагеря – ребята разных возрастов. Тут и мальчишки, и девчонки. Кто-то занимается уже давно, а некоторые только делают свои первые шаги в этом виде спорта. Вот, например, Саид Назмиев говорит, что за три дня научился многому. Мы изучали дриблинг, отжимались, разминку делали, полезную для мышц. Сильная тренировка у нас. Нам объясняли, что нужно стараться на 110%. Мы выкладываемся на всю полную. Далеко не зрители и звездные тренеры. Работают они в поте лица. Каждое упражнение девушки показывают на собственном примере. В конце обязательный разбор тренировки с акцентом на ошибки. Как и во взрослом баскетболе, завершается занятие командным приветствием. Команда! Александр Халин, Максим Липин, новости НТР.